Бусидо. Путь воина. Bad News Allen против Йошихиро Такаямы. Такаяма самый высокий боец Бусидо. Вот он на ваших экранах. Йошихиро Такаяма, 27 лет этому парню. Но несмотря на свой высокий рост, он не позволяет и не помогает, самое главное, Такаяме выигрывать постоянно. Смотрите, 10 боев он провел, только 2 победы. Прошлый матч Такаяма закончил в ничью с Томом Бертоном. И сейчас он очень старается вернуться к победам. А это Bad News Allen, очень любимый публикой атлет, 46 лет ему, он, естественно, из США. И вначале его никто не принимал всерьез, но действительно тоже будет воспринимать всерьез старика из Madison Square Garden. 5 боев у него уже за спиной и 3 победы, кстати говоря. Это достаточно серьезно. Попытался запугать Алена Такаяма. Кстати, у Алена тоже за спиной очень бурное спортивное прошлое. Он выступал в том числе и за олимпийскую команду Соединенных Штатов. Бывший бронзовый олимпийский медалист по дзюдо, кстати говоря. Кстати, Такаяма, судя по всему, вот потому как он начал этот поединок, улучшил, значительно улучшил технику ударов ногами, потому что раньше длинные конечности не позволяли ему быть хорошо скоординированным человеком. Сейчас он довольно-таки неплохо орудует своими конечностями. Кстати, это своеобразный матч-реванш, поскольку Bad News Allen во время их предыдущего боя побеждал уже Такаяму. И Такаяме сейчас нужно отыгрываться, брать реванш. Получится это у него или нет, покажет время. Ну а мы пока смотрим, что же происходит на ринге. Bad News Allen в атаке. Кстати, несносный Аллен очень хорошо адаптируется к стилю и технике UWFI. И несмотря на то, что сам он не использует удары ногами, да и руками он не очень часто работает, он знает, как бороться с приверженцами такой техники. Рефери останавливает бой. И сейчас главная задача для судьи — разобрать руки и ноги спортсменов, поскольку довольно-таки высокие оба атлета, но Такаяма немножечко повыше. Аллен – дзюдоист, я вам напомню. А как известно, в нашей стране дзюдо сейчас очень популярно. Но пока ни одного приема из дзюдо Аллен нам не демонстрирует. И судя по выражению лица Аллена, он не очень-то хорошо понимает, что же ему вообще надо делать с Такаямой, тем более в углу ринга. Пивной живот у Аллена, такой настоящий мужской. Но, как говорится, мужик без пуза, что боржа без груза. Так что Аллен настоящий мужик, по крайней мере, по американским меркам. Ох, неплохо Такаяма начал атаковать ногами. Неплохо. Но Аллену, по-моему, все нипочем, да? Ишь ты, как предплечьем он работает. Хорошо. Трижды прошли у него удары предплечьем по голове Такаямы. Ох, сейчас хорошо. Видели, да? Просто взял и уронил Аллен Такаяму.
Как-то Кайяма так позволил. Сложно сказать. Аллен, похоже, не выдержал и закатал Кайяме в лицо кулаком, в глаз. Предупреждение получает, кстати говоря, Аллен, поскольку кулаками в бусидо не принято драться. Ну, Аллен самый натуральный борец. Не очень он умеет действовать руками, ногами. Ох, как! Только я сказал про его плохие удары руками, как он сразу же хребет проверил Такаяма. Молодец. И, судя по всему, болевой сейчас будет, а? Да, совершенно верно. Совершенно верно. Посмотрите, правая рука Такаямы бьет по колену Алина. И значит, это только одно. Чистая победа. Прошел болевой прием. И Алин призывает Такаяму пожать руку. Такаяма, скрипя сердце, это делает. А помним, как вначале Такаяма хорохорился, а?